ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы защитной рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. Аграрное право, 67-й раздел. Трудовой кодекс Российской Федерации, кадровое дело, тоже туда же. В каждой книжке своя секция. Чтобы все расставить по местам, нужна не одна пара рук. Поэтому сегодня в библиотеке поселка Белимбай с местными сотрудниками работают их коллеги из других филиалов библиотечной системы Первоуральска. Дел много, работа кипит. Мы всем миром взялись и ездим сюда, работаем. Объем работ здесь большой. Когда-то мы расставляем книги, когда-то помогаем и с более тяжелой работой. Где-то что-то понести, распаковать, убрать. Распаковывать мебель и убирать книги в библиотеке Белимбая придется еще не одну неделю. Такое преображение – дело трудоемкое, говорят сотрудники. Но оно того стоит. Вместо старых книжных стеллажей и читальных залов устанавливают удобную мебель и современную технику. Из обычной библиотека превратится в модельную. В апреле выиграли грант в размере 5 миллионов рублей на модернизацию всего помещения. Деньги выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». В августе начался ремонт. В этом помещении у нас раньше было книгохранение. Сейчас у нас здесь получилась очень яркая, насыщенная комната для детей. Теперь самые юные посетители библиотеки смогут наслаждаться чтением любимых книжек в уютной детской зоне. Здесь же установлен сенсорный мультитач-плеер. Для любителей рисования появится большая меловая доска, а для отдыха – мягкий уголок. Нашим детям будет куда прийти и чем заняться. Не где-то там вот на улице и только школа-дом. То есть это еще будет, я надеюсь, дом, школа, библиотека. Кроме детской зоны будет и пространство для взрослых. Например, в IT-сфере читатели смогут воспользоваться интернетом или прослушать аудиокниги. В библиосфере с комфортом почитать в удобных креслах. В зоне мультисферы можно создать собственный мультфильм, поучиться живописи на песке. Предусмотрена и зона для выступлений с подиумом и интерактивным экраном. Для любителей живого общения будет место, свободное от гаджетов. Как раз в этом помещении сейчас идет ремонт. Когда это только все начиналось, это казалось, что да, вроде пустяк там, вот. А чем дальше, тем это как-то все как-то вот с нас просят, нужно и мебель вроде купить, и расставить. То есть свои какие-то новые требования, то есть немножко страшно, как это будет. Но я думаю, что мы справимся. Закончить все запланированные работы в библиотеке пообещали к концу декабря, чтобы в новом году встретить посетителей уже в современном формате. Кристина Сипьева и Сергей Шемет, Интер ТВ.